хочу поделиться рецептом домашних шпрот скороварки с помощью чая. Вот у меня рыбка какая такая. Сейчас вам скажу, по-моему, салака. Вот я ее почистила. Головы сюда, хвостики сюда. Здесь у меня 2 килограмма. Делают, одни делают, просто не чистят, другие чистят. Я придерживаюсь того, что надо чистить. Плавнички, все мы отрезаем, оно нам здесь не надо. Вот так. Все это мы скидываем сюда. Дело в том, что мы уже такое пробовали. Она нам понравилась. Но то было сделано в кастрюле просто, в чугунке. А это мы хотим попробовать скороварку. Потому что в чугунке ее надо тушить от 2 до 2,5 часов. Ну, вы понимаете, что это долго. А есть люди, которые очень заняты, у них нет времени столько голову морочить. Поэтому сейчас будем делать скороварки. Чтобы она не просто стояла, а приносила еще какую-то пользу. Так. Так, вот я ее пообрезала. Вот она такая у нас получилась. Ее надо помыть сейчас. Потому что видите, какая она. Так, вот мы ее моем. Эту рыбку. Все, теперь я беру скороварку. И выкладываю. Вот так вот. Ровненько. Ну, где-то я половинку уже выложила. Теперь я добавляю сюда перец горошком. Нет, не буду выкладывать. Вот. Это перец духмяный у меня здесь. Штук 6 где-то. Ну, перец горошком я даже считать не буду. Вот так я его просто насыплю. Вот, лаврушку. Тоже вот так вот. Щедро. Все, выкладываю остальную рыбку. Так. Все. Это нам не надо, мы это убираем. Теперь сюда, опять же, сверху перчика. Это я, у меня тут на столе рассыпался, я его пособираю. Обычный перец. Так, также лаврушечку бросим. И теперь чуть-чуть отставляем сюда. Вот, берем в мисочку. Так, я сюда наливаю не полный стакан. Ну вот, я вам сейчас буду наливать. Не полный стакан, потому что полный стакан делали. И дело в том, что она получается очень жирная. Вот у меня здесь на 2 килограмма, ну вот если стакан 250 здесь, то здесь грамм 200-180. Выливаю я вот сюда. И полный стакан чая, заварки с чая. Вот так вот стакан. Крепкая. Да, крепкая очень заварка. И вот так вот ложка соли. Соль я сюда высыпаю. И здесь у меня просто из-под шпротов водичка. Ну нету, если у вас нету этой водички, не обязательно. Все это мы размешиваем. Так, если вы не врезуете ничем, то можете попробовать. Достаточно посолим, тем более она еще не вся растворилась. Так. Заливаем. Да, вот соль еще на дне слышно, но она растворится в процессе приготовления. Так, закрываем это крышкой.
ставим на плиту. Минут на 50. Все. Вот поставила она у нас в этой пароварке. Скажу вам сразу, все, что пишут 40, 50, 60 минут, это неправда. 2 часа. То есть то, что делается в кастрюле 2,5 часа, в скороварке это делалось 2 часа. Поэтому сразу настраивайтесь, что это будет не быстрое блюдо. Вот смотрите, как у нас получилось. Я через час, мы посмотрели, и получилось так, что косточка слышна, все слышно. Поэтому пришлось еще час простоять ему, тому блюду и рыбке. Вот, пожалуйста. Через 2 часа оно стало мягкое, ароматное, вкусное. Приятного аппетита. Спасибо большое за внимание.